Дорогие друзья и гости моего канала, всем привет! Сегодня мы продолжаем играть в Warframe против Зомби 2, 8 уровень, немедленно начинаем. За вас я попью чайка. Ой, хорошо. Чайочка попил, листового. Вкусно-вкусно. Так, подсолнух я прокачивать не буду, стоит, во-первых, целую тысячу, во-вторых, подсолнух, он все равно придет под замену. Блумеранг не буду качать, хотя всего 50, ладно, бог с ним, 50 это немного, он и так слабый, хотя бы чуть прибавится. Бог с ним, бог. Сначала, наверное, грохострел одни повысаживаю, а там по надобности буду уже блумеранги сажать. Один сюда поставлю. Блумеранг. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Эй, что ты делаешь? Подожди. Тихо, не кушай. Скушал. Ну и ладно, тогда поставлю сюда грохострел. Это сюда. Это сюда. Этот справится. Это ставим сюда. Грызи орех. Так, я, пожалуй, ускорение уберу, а то, как видите, я что-то... Я немножко не справляюсь. Так, нам до сих пор все равно на противников. До сих пор ставим наши горохострелы. Горохострелы, я считаю, это база, это основа всего, поэтому... Сначала горохострел, а потом уже, как говорится, а потом уже потом. Так, поставим. Там идет зомби с факелом. Его надо быстрее ликвидировать. Поэтому побыстрее сюда поставим. Конечно, зомби, вот зомбира, по-моему, его зовут. Зомбира очень неприятный. Неприятный. Ребята, неприятный, знаете ли. Он козни ставит, а мне это не нравится. Так, посередине лупашим, бомбовским линиям бил. Бамс. Так, забираем листочек. Самый сильный зомби это тут. Но за могилу скрылся. Его мы ликвидируем. Все. Отлично. Уровень заканчиваем. Ура! Так, мешочек мы не забираем наш. Отлично. Все, пока горохострел пусть ломает, я пусть вначале вкладываюсь чисто подсолнухи, но тут я считаю это чисто обязательным, потому что тут аж три могилы. Они будут явно долго разрушаться, а у меня только горохострел от блумеранги, поэтому считаю это рационально. Так, еще одну картофелемину ставим. На картофелемины мы не жопимся. Ставим все, как говорится. Берем это сюда, на подсолнух еще хватит, еще на подсолнух хватит. Так, поставлю на третью, получается, или четвертую линию. Какая-то линия, я отбираюсь. Грохострел, чтобы он тоже... О, тихо. Притормаживаем. Во-первых, заморозим одного зомби, чтобы конусоголовый тоже взорвал. Ускоряю, собираю солнышки, ставлю еще блумеранги. Вот зомби с ведром может в теории сделать неплохо, но я ставлю посередине блумеранг. Жду, пока они прикатятся, и активирую ульту блумеранга. Если не хватает, то еще раз активирую, чтобы он всех уже добил. Тщательно. Зомби с конусом мы добьем. И зомби сверху мы добьем. Все отлично. Собираем могилогена. Могилогена 0, кстати, стоит. Между прочим, в первой части он стоит аж 75. Так, солнышко, грохострел, пиа-шутер. Орех обязательно. Орех в случае чего нам помогает. Так, могилогена и морозку. Морозка нас всегда спасает. Меня все устраивает. Честно сказать, на этапе Египта все вообще легко. Посложнее начнется на этапе... Посложнее будет в этапе пиратской бухты. Так, сразу под конусоголового ставим вдруг горохострел. Я чувствую, тут он не особо справится, поэтому ставим морозку, чтобы он заморозил его. Бамс. Тут надо поставить аж 3 горохострела. Я думаю, нам это понадобится. Могилоедом сносим сверху могилу. Зомби его не успеют съесть. Хорошо. Все, три горохострела работают по нему. Активно сносит. Рано или поздно он получит своих людей. Вот. Пиа-шутер. Забираем наш листик. Вот сюда посередине, чтобы он больше могил не ставил, поганец. Давай. Чем ему мину воткнем? Вот он. Обалдеет. Уровень закончили. Back a coin. You price. Спасибо. Так, что такое? Я ничего не понимаю. Давай, you must take... Не понимаю, это какое-то испытание, да? Выживи от зомби-атаки с только выданными растениями. Да? Звучит вообще не опасно, ребята. Напугали ежей голой жопой. Ну и что это? Ну, стандартные растения дали мне вообще ничего такого. Даже картофелемину оставили. Пу. Ну все, если есть картофель и мина, это уже автоматически победа, потому что картофель и мина, ребята. Сажаем подсолнухи, досажим точнее. Все, пиа-шутеры спокойно расстреливают, без напряга.
По всем все стреляется, каждый зомби получает свое. Высаживаем солнышки. И получаем солнышки. Так, я не хочу высаживать горохострел, поэтому ставлю там мину. Мина его раздавит и, пожалуй, ускорю, потому что... Ждать, я думаю, никто не хочет, поэтому сразу ускоряем. Пожалуй, даже блумеранги вторым рядом. Хотя, нет, лучше не торопиться и ставить обычный горохострел. Горохострел достаточно сильный, поэтому их и выставим. Тут блумеранг. Тут пиашутер пусть стоит, отдувается. Тут картофель и мина. Тут второй горохострел. Тут же ставим блумеранг. Так, забираем, забираем. Солнышки, все, все, все у нас, все у нас. Ничего не оставляем у этих зомби. Все солнышки наши жадные. Все солнца заберу, даже если они не нужны уже. Я все равно их заберу. Потихоньку продвигаемся. Ставим блумеранги. Все, потихоньку отмахиваемся от этих. От зомби с ведром, пожалуй, буду ставить все-таки мину. Я боюсь, он мне как пиндюрит. Он все-таки сильный. А я сделаю так. Бабамс. И бабамс. Чисто мины. И мины поставились не там, где надо. Нет. Бабамс. Хорошо. Легко. В который раз говорю, ребята, легко проходится. Я прохожу вообще, не напрягаюсь. Опа, бонг-чой. Вот бонг-чой, кстати, хорош. Так, извиняюсь, сейчас вводу в карту. Хочу прокачать... Морозку. Все, морозку прокачали. Наш айсберг мы прокачали. Что еще нужно? Ну что, ребята, на этом все. Спасибо, что смотрели. Ребята, еще увидимся. Всем пока.